Мы находимся в одном из учебных центров на территории специальной военной операции. Подготовку здесь проходят как новобранцы из числа и мобилизованных, и добровольцев, так и опытные бойцы, которые проходят здесь переподготовку в связи с необходимостью узнавать новые методики ведения боевых действий, полученные уже на опыте этой кампании. Занятия проводят инструктора подразделения «Шторм». На сегодняшний день мои инструктора готовят поступившее пополнение. Новички, новобранцы, ополченцы и так далее. Идет общая подготовка по всем необходимым направлениям. Это минно-взрывное, тактика малых групп, передвижение на поле боя. Это штурмовка укрепрайонов, зданий и так далее. Ну и обычные упражнения. То есть здесь по всем направлениям ведется. Я сейчас сюда вставляю ДПР, ставлю ее на стену там, она. Прицеливаю как надо, на расстоянии 10 метров я могу отработать ее батарею как рот. По всем наставлениям ФПР там и чего остального, вы должны целиться на расстоянии 10 метров. Колено, среднестатистическое, бывает достаточно. Время необученной пехоты ушло еще в Великую Отечественную. Сейчас на поле боя должны работать специалисты. Контакт! Контакт! Педагогический подход конкретно в отряде происходит на опыте старших товарищей нового пополнения. И также то, чему когда-то изучили на строевой службе, на срочной службе, инструкторы проходили контрактную службу, ну и плюс боевой опыт уже на протяжении 8 лет здесь. Огонь, я сказал, пионер! Автомат всегда на себе! Разочаровавшихся нет, есть те, кто изначально по физике своего организма не вывозят занятия, но они стараются крепиться, подтягиваться, потому что они понимают, что если это сделают не они, то это не сделает уже никто. Левее него мишень, видишь? Но тебя не всегда будет. Мы стараемся максимально дать им занятия, но иногда бывает такое, что задача приходит очень быстро. Стараемся как минимум месяц дать подготовку. Они изначально изучают технику обращения с оружием, технику передвижения на поле боя, медицинская подготовка, огневая подготовка, часть дается инженерной подготовке. А основной момент – это передвижение в лесополосах, передвижение по окопам, зачистка окопа, штурм помещений, зданий, окопов, блиндажей. То есть все то, что нас ждет впереди. Активнее! Активнее двигаться! Левый фланг, уходите на левый! Разворачивайте фланги! Активнее! Не сидеть на месте! Дышать! Рядом сел! Не садись рядом! Держу! Давай! Шире! Держу! Сюда иди! Сюда ты под пулемет сидишь! Сюда ходи! Держу! Я смотрю, у вас довольно жесткий педагогический подход. Да. Чем это обуславливается? У нас очень мало времени на подготовку. У нас нет времени на рассусоливание. Поэтому весь наш боевой опыт сконцентрирован, очень сжат, лишнее отброшено. Мы не пишем планы конспектов, мы не делаем фотоотчеты, как это было принято раньше. Мы действительно готовим людей. Да, жестко, да. Ну, зато важный результат.